50 на 50. Платные парковки в Рязани вроде чистят, но логику в действиях владельцев заметить сложно. Так, около Дворца пионеров они занимают более 100 метров. Однако паркомат не работает, а земля больше похожа на зебру. Полоска чистая, полоска заваленная сугробами. Похожая ситуация на улице Вознесенской. Из-за нерасчищенной парковки автомобили приходится ставить близко к проезжей части, таким образом создавая сложности для других участников дорожного движения. А дорога за центром народного творчества сама превратилась в месиво. Да вообще нигде. Вчера встать не знал, где найти не мог. То есть именно из-за того, что трудно заехать, да? Ну, конечно, снег по колено. Тут по городу еду, половина чищен. Не ухаживают за парковками. Особенно это становится заметно в период снегопадов. Администрация города предложила решить проблему радикально. С 24 декабря владельцы платных парковок, которым является Ростелеком, будут штрафовать. Рязанцы к этой новости отнеслись положительно. Они будут заинтересованы, а то платных парковок наделали, дорог нету. Парковка на чем там, яма на яме, улиц не сделаны, таких много. Штрафы введут и для обычных граждан, которые не оплачивают парковку. По данным администрации города, ежемесячно они фиксируют более 10 тысяч нарушений. При этом фактически штрафы не взимаются. Областная дума предложила внести поправки в соответствующий закон. Таким образом, планируется привлечь более 10 миллионов рублей ежемесячно. Деньги направят на уборку города. Стоит отметить, что в период новогодних праздников платные парковки изменят режим работы. С 30 декабря по 8 января все они станут бесплатными. А вот в субботу, которая официально является рабочим днем, тариф будет таким же, как и по будням. Галина Кудряшова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».